Ну что могут сказать про таджика? Кроме того, что только чурка могут сказать. Все. Ну черножопы могут сказать. Та-та-та-та-та. Вот это соло, которое Дуктор Иванджи родилось, ага. Именно на этой свадьбе и родилось. Мубарак Шо, он был, как сказать, вот именно вот такой маленький. Он не играл круто на гитаре, скажем, как я, он не играл. Люди стесняются говорить о том, что они слушают таджикскую музыку. Как вы думаете, в чем же заключается вот эта основная проблема? Это очень философский вопрос, если честно, и на него невозможно ответить сразу. Насколько грешен тот певец, который поет под фонограмму? Абсолютно не грешен. Назовите мне хотя бы вот три фильма после распада Советского Союза, которые стоят на уровне того, чтобы их не критиковали. В топе лучших певцов. А где любовь к семье, которая вытащила вас из депрессии?